Итак, почему Бог не творит чудес, чтобы убедить неверующих? Ну, во-первых, это не убедит, а во-вторых, это не принесет пользы. Я смотрел как-то очень поучительный ролик с одной женщиной, которая переживала опыт клинической смерти, видела свое тело со стороны, встретила на той стороне своего покойного дядю, который сказал, что ее время еще не пришло. Ее откачали, и она осталась атеисткой. Она уверена, что все, что она пережила, галлюцинация. Если человек не хочет обратиться к Богу, бессмысленно пытаться принудить его при помощи чудес.